Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, и это прохождение Spider-Man Age of Time. Начинаем прямо с начала. Долгожданное прохождение, надеюсь, вы все очень рады. Ролики я комментировать не буду, просто буду переводить или читать субтитры. Эдди, это не ты! Нет, выбор! Эдди, ты больше не убийца. Тебе это ясно. Ты не в своем уме. Ох, пацаны, почему же он на нас напал? Эдди же в форме антиведома является хорошим парнем, который занимается благотворительностью. С чего это он вдруг на нас напал? Причем он в такой форме неестественно мощной. Вау, уклонился Человек-паук. Эбди упал. Ничего ему не поможет против нашего ловкого, но маленького и хиленького Человека-паука. Надавал нам по роже, не удалось уклониться. Смотрите, не удалось уклониться. Ух ты, наш чувак уже еле передвигается. Ой. Моя очередь тебе дудолить по лицу. Щит какой-то активирует непонятный симбиотический. Ну, сейчас идет режим тренировки, как вы все понимаете. Дай мне высосать радиацию из тебя! Я не подписывался на это, Эдди! Тем более, ты сейчас совершенно не владеешь собой! Держись, Паркер! Просто протяни еще несколько секунд! Я уже почти там! Мои силы... Ты не мог? Конечно, мог! Даже не пукай! Ух ты, пацаны, нужно продержаться еще некоторое время, пока наш Человек-паук 2099 года не спасет нас. Он высосал мои способности, я теперь беспомощная марионетка. Ух, как больно. У тебя нет причины. Мне не нужна причина. Другой, как убить тебя побыстрее. О'Хара, похоже, ты опоздал. Давай закончим это сейчас! Паркер! Паркер, ты там! Питер! Питер! Так начинается новая глава истории Человека-паука. Мигель О'Хара спас или нет нашего маленького соседа, непонятно. Похоже, он не успел немножко. Ранее. В будущем шел 2099 год. Я продолжаю повторять, что всего лишь завидую прогрессу Уокера Слоуна. Это было 5 лет назад, когда он впервые появился в Алхимакс. Говоря об управляемой энергии из четвертого измерения, теперь он не остановится, пока не станет боссом. Мне такие люди знакомы, Алхимакс для него лишь опора, кто знает, куда он метит. Он тот тип корпоративного монстра, которых я поклялся сдерживать. Осквернять путешествие во времени — это низко. 2099 год, конечно, не бог весть что, но он мой. И этого ему не изменить. Он спускает средства Алхимакса, превращая портал в старой лаборатории виртуальной нереальности что-то иное. Что-то опасное. Я пытался поговорить с ним, но у него нет времени на меня, Мигель О'Хара. Но для Человека-паука время найдется. Воспользуюсь обычным доступом к системе вентиляции, чтобы войти внутрь, а затем мы с Уокером миленько поговорим. Ну вот, чуваки, пробираемся в этот Алхимикс, чтобы поговорить с Уокером. Чтобы крутой Уокер не делал, я должен выключить это, прежде чем он запустит и утащит все и вся за собой. Ну вы же поняли, чуваки, было там уже написано, это происходит раньше. В 2099 году. Видимо, этот чувак из Алхимикса экспериментировал с какими-то технологиями, которые позволяют извратить измерения, путешествовать во времени и так далее. Сейчас мы это выясним. Роботы. Spider-Man Age of Time. Человек-паук. Время времени. Надпись на трубе. Я вижу, что подразделение кибернетики работает на полную катушку. И здесь полно ужаснейших роботов. Все
все еще продвигаемся. Нам продемонстрировали мощь графону и прочего. Не очень впечатляет уже. В течение дня я могу пройти сюда как Мигель О'Хара, генетик Алхемикса, но ночью не пустят протоколы безопасности. Ничего, в образе Человека-паука ты спокойно проберешься куда тебе надо по любой вонючей канализации. На самом деле, для реалистичности можно было натыкать сюда паутину крыс и мышей, которые пожирают друг друга, дерутся за крохи какие-либо. Отдел генетики. Без этого отдела я был бы простым человеком. Ну что ж. Мы все еще ползем. На самом деле, я нажимаю просто вперед, и он ползет туда, куда надо. Слон должен быть где-то здесь. Я чувствую это. Практически в задницу камера долбится. Чувакам надо было быть поаккуратнее с такими-то ракурсами. Вдруг они кому-то могут не понравиться. Думаешь, главный в мире разработчик мог построить эту вентиляцию для моего удобства? Чуваки, я уже понимаю, что это будет вводный эпизод летсплея, который закончится очень быстро, быстрее, чем... ждет практически каждый из вас. Но, тем не менее... Вот ты где! Голографический ассистент активирован. Как я могу служить вам, мистер Солон? Здравствуй, Джозеф. Соверши финальную проверку и запусти биосканер безопасности. Готовлю систему, мистер Солон. Это не займет много времени. Спокойненько иду за крутым вокером. Сканирование запущено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужно, видимо, избежать этих полей. Дверь открылась. Успешно. Получен доступ к лаборатории времени. Не спеши, Мигель. Не торопись. Не хочу, чтобы нас поймали. На двух ногах чувак, походу, просто не умеет перемещаться. Алхемок скажет мне спасибо. Старк Фуджикава Индустрис хочет поглотить эту корпорацию, пока никто этому не помешал. Вы единственный, кто может помешать этому, сэр. Я знаю, Джозеф. Я знал, что он что-то затевает. Мне очень нравятся его колючки на руках, прямо как у Бэтмена. Очень приятно выглядит. Мне стыдно, что это отняло у меня столько времени. Я вовремя вернулся и запустил Алхемакс раньше, чем он был создан. Не только я могу изменить Алхемакс. Ты можешь разрушить старт Фуджикава до ее создания. Вы гений, сэр. Я хорошо запрограммировал тебя. Педики, педики! О чем они там вообще базарят? Ну, мы это совершенно точно узнаем в течение очень короткого времени. Только дождаться нужно. О нет, тебе так просто от меня не уйти. Голопедик. Чувак, может уже встанешь? Походу они кого-то в заложниках держат. Неужели это антивеном? Но все идет к тому, что да, так оно и есть. Видимо, очередное сканирование. Сканирование запущено. Я, честно говоря, не уверен, что нужно вот эти вот перемещения совершать. Но вот мне так показалось. Доступ к воротам открыт, мистер Слуан. Да, он направляется к лаборатории исследования времени. Возле генератора есть небольшой проход. Быстренько, быстренько поскакал наш Мигель. Перехвати Окера. Крутого Окера. И, кстати, чуваки, я его перехвачу. Сразу же во втором эпизоде. Видео прохождения Spider-Man Age of Time. Давайте, до скорого! Смотри другие мои прохождения игр по Человеку-пауку, ставь лайк, рассказывай друзьям, подписывайся на канал, ешь, пей, смотри летсплей!